Канал Рыбалка Лайф, 47-й регион. Сегодня собрался половить леща. Лещ в это время сейчас не ловится на Волхове, ниже ГЭС. Но тем интереснее попробовать его поймать. Для этого у меня палатка с собой взята. Сейчас еду к реке, иду пешком с помощью телеги. Ставлю палатку, закармливаюсь и начинаю ловить. Все, поехали. Сегодня погода вообще мерзкая. Дождь. Но я все равно выбрался. Что делать? Выходные не выбирает, а я могу только выходные. Опять иду на то же место. В прошлый раз пытался ловить леща, но не совсем удачно. Уже лужи, тут все развезло, очень скользко. Поэтому иду пешком. Приехал, ни одной машины нет. Никого видно нету. Буду ловить один. Ну, наверное, завтра придут рыбаки. Скорее всего, приедут. Сейчас ставлю палатку, быстро закармливаюсь. И будем ловить, начинать. Уже подхожу я к реке почти. Вижу какую-то лодку. Вот, идут. Наверное, хищника что-то пытаются зацепить. Вот здесь буду ловить. Воды мало, воду спусти. Спустили, значит, не спускают с ГЭС, получается. Но это нормально. Значит, ловить сегодня буду. Смешаю три прикормки. Река Дунаев. Лещ сладкий, тоже Дунаев. И плюс подсекайка универсальная. Всего будет 3 килограмма прикормки. И вот пшенная каша. Ну что? Кинул я по 10 кормушек с кашей. Сейчас начинаю привязывать поводки. 14 номер. Крючки у меня. Овнер. Ну, леска 0.14, простенькая. Если что, потом перевяжу на 0.16. Сейчас была такая хорошая очень поклевка вот на эту. Прям так потянуло, может проверить, стоит. Как раз я перезабрасывал удочку. А, ничего там нет. Ну вот и ночь прошла. И все повторяется. Поймал я одного сомика и все. И сейчас поклевок вообще нет. Утки задолбали уже. Наглые. Какая-то поклевочка была первая. Первая поклевочка, можно сказать. Сейчас посмотрим. А, это что-то есть мелкое. Все повторяется. Все повторяется. Так. Ну что, в принципе, то, что надо. Сейчас этого малька насаживаю на крючочек и попробую половить на малька. Вот такой вот крючок карповый. Так, это у нас плотвичка мелкая. Пойдет. Пойдет, чего же не пойдет.
И вот так вот ее через глаза пучком насаживаю. Может быть, судак клюнет. Ой, там клюет у меня. Ну ладно, сейчас брошу на малька и проверим те уже фидера. Не знаю, слетел малек, нет. Будем надеяться, что нет. Так, что у нас тут? Ох, тут клюет у нас совсем, да? Хищник, конечно, гуляет это капитально. Тут надо его ловить и ловить. Понятно. А что-то есть там мелко. Что это у нас? Густерка. Ну, хоть что-то покрупнее попалось. Сапа, что ли? Сапа. Ну, это уже пищевая сапа. Хорошая поклевка, блин. Что-то там, по-моему, ничего и нет. Поклевка такая нормальная была. Через траву вытаскиваешь, она и сходит, сошла прямо у берега. Но там что-то не крупное было. В общем, опять дождь пошел. Все повторяется, как в прошлый раз, то же самое. Ну что, залез в палатку, буду пережидать дождь, пока чайник поставил себе. Сейчас чай заварю. Попью чая и бутербродом. Может, там уже и дождь кончится. А может, не кончится. Ну вот, дождь закончился вроде. Вот там хищник играет. Но я поставил на малька донку, но что-то как-то ничего не ловится. Не знаю. Палатка моя стоит. Клюет что-то после дождя-то. Там, похоже, сидит что-то. Мелочное. Чуть-чуть покрупнее, чем на другой удочке. Да. Ведь крупная густера же есть, большая, но она не ловится. Что-то вроде покрупнее попалось. Даже не стал снимать, как поклевка была. О, подлещик, по-моему. Первый подлещик. Ура! Небольшой, но первый.
Первый подлещик. В прошлый раз тоже три поклевки было и все. Это первая получается поклевка подлещика. Решил проверить удочку на малька. Попался окунь. Небольшой окушок. На крючке сидело несколько мелких плотвичек. Ну что, друзья, как я и говорил, я даже не видел. Видно, когда дождь был, он сел. И даже на удочке ни поклевки ничего не было. Вот судак на малька попался. Небольшой, конечно. Небольшой совсем судачок. А я очень хотел малька снимать, ставить опять фидер. Но тогда, значит, малька половлю. Но это, конечно, маленький судачок. Пусть плывет. К берегу пошел. Что-то отстоится. У него стресс. Стресс у него. Иди ты на глубину-то. Решил червяка больше на крючок не насаживать, пока временно, потому что долба это мелочь. И насаживаю пучок опарышей по 5, 6, 7 опарышей, сколько налезет на крючок, лишь бы побольше, пообъемнее была насадка. Тогда она благополучно достигает дна, и уже есть надежда на поимку более крупной рыбы. Обнаружил в толще воды в 30 метрах от берега стаю уклейки. Уклейка стоит на 2-3 метрах от поверхности воды в толще. И вот кидаю кормушку 80 грамм весом. Она тонет. Через 2-3 секунды следует поклевка, которая выражается в быстром поддергивании вершинки удилища. Далее делаю резкую подсечку и уклейка на крючке. Вот так фидер заменяет поплавочную удочку. Ловить таким образом можно бесконечно долго, пока не надоест. Уклейки очень много. И поводок с опарышем она успевает атаковать, несмотря на довольно тяжелую кормушку. Если же не среагировать на поклевку, то крючок благополучно ложится на дно, и на глубине уклейка уже не ловится. Зато ловится всякая другая рыба. Мелочь, густера, плотвичка, мелкий подлещик. И, честно говоря, эта другая мелочь изрядно надоедает. Хорошая поклевка, блин. Друзья, еще один попался. Да, судя по всему, что это лещ. Неплохой лещ. Хорошо дергает. Упирается. Сейчас подведем его к берегу и посмотрим, что там за рыбина. Ага. Да, лещ, хороший лещ. Очень хороший лещ. Да, вот сейчас возьму его в руки, посмотрим. Да. Хороший лещ. Сейчас освобожу его от крючка и положу в садочек. Да, это уже такой размерчик нормальный.
Ну, конечно, бывает крупнее, бывает и мельче. В общем, на бесклёве это вполне очень хороший экземпляр попался. Попался он на опарыша, чистого опарыша, 5 штук на одном крючке. Сейчас положим его в садок и будем продолжать дальше ловить. Все, садок опущен. Ловим дальше. Так. Попался еще один. Да, попался. Ну, небольшой, не как в прошлый раз, но тоже вполне себе пищевой размер. И главное, что это подлещик. Целевая рыба, за которой я приехал, которую я приехал ловить. Сейчас освобожу ее от крючка, его от крючка, и посажу в садочек. А дальше будет видно. В общем, пока непонятно, ловлю я на опарыша, потому что червя мелочь сбивала сразу, мгновенно. Вот. Но опарыша тоже мелочь сбивала, обсасывала. И вот тут подряд два леща. Эх, плохо кинул, ну ладно. Ну, посмотрим. А вот клюет на этой. Подсекаешь, он даже не упирается. И вот только у берега начинает упираться, понимаешь, что там рыба нормальная сидит. Вот еще одна поклевочка произошла. Надо подсекать. Похоже, что там сидит еще один. Видно, подошла стайка. Сейчас буду подсекать. Подсек. Так. Что там у нас? Ага. Сидит, зараза. Сидит. Упирается. Упирается. Сейчас ослаблю фрикцион и дальше попробую его. Главное, чтобы не сошел. Но я сейчас поводки поставил 0,16, поэтому думаю, что никуда он не денется. Не такой уж он большой. Там где-то кило, судя по сопротивлению. Да-да. Ну, хороший, хороший. Хороший. Сейчас мы его вытащим. Ну, вытаскиваю я прямо на берег его, потому что лещ — это смирная рыба. Он одуревает от воздуха и некоторое время лежит неподвижно, что сейчас и происходит. Да, сейчас мы его возьмем и отпустим в садок. Еще один вроде бы попался под вечер. Ну что, время 9:30. Все уже ушли. Я опять один остался. У меня тут неприятность произошла. Всю банку с опарышем сожрали утки. Забыл закрыть банку. Ушел проверять живцовые удочки. Пришел, а там уже все сожрано. И плюс вторая банка с червем у меня сгорела. То есть ловить мне практически не на что. Червяка осталось немного. Ну, может быть, утром на утро хватит, а может быть, нет, не знаю. Ну, половлю завтра утром, сколько хватит червя, и поеду домой. Ну что, 4 часа утра. Ночью спал я. Проверим удочки. Проверим.
Сомики долбаные. Сомики. Вот сомик. Так как черви сгорели, решил подкопать обыкновенных гробаков. У меня есть маленькая лопатка. И в принципе червей достаточно, земля сырая после дождей. Ну, набрал себе немножко червей. Но это не помогло. И этих червей также обожрала мелочь, так как и обыкновенных красных навозных. Так, похоже на первую утреннюю поклевочку лещевую. Сейчас такой удар был, что... Ну, это может быть только лещ. Ну, давай, давай. Так. Надо проверять. Сидит. 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 Нормальный. Ну, не меньше, чем предыдущие. Сейчас мы его вытащим, попробуем. Ну, поводок, за поводок я не волнуюсь, так я перевязал на 0,16, как я уже говорил. И, в принципе, если губу не оторвет крючок, то все будет нормально. Сопротивляется хорошо он. Да, сейчас я его вытащу на берег. Сейчас он еще побрыкается тут. Воздуха ему не дал глотнуть. Сейчас дам глотнуть воздуха, и он... Все, дал глотнуть воздуха, и он сейчас замрет. Все, замер. Тут его можно уже и брать. Да, нормальный лещик, нормальный. Освобожу его от крючка. Попался он на пучок опарышей. Ловил, и на червя я уже не перестал ловить. Потому что обгрызается мелочь моментом. Сейчас его в садок положу. Ну, а потом уже в конце рыбалки посмотрим, что там да как. Сначала в травку, чтобы не ушел, они скользкие. Ну вот, все затихло. Может быть, это говорит о том, что подошел лещ. Но мне сейчас с работы позвонили. И мне надо ехать в Питер. Блин, я рассчитывал, что буду в понедельник еще здесь целый день. Ну что, придется собираться сейчас и уезжать. Хотя я думаю, если бы я еще посидел бы, ну штуки 2-3 бы, наверное, за сегодня бы еще поймал. Ладно, сейчас времени у нас 9:04. Ну, до 10, максимум до 11 я могу посидеть. Потом буду собираться. Ну что, пришло время показать улов. Ну, мелочугу я выпускал. Ну, конечно, не очень много, но вполне себе достойные лещи и подлещики. Так, сейчас посмотрим мы. Вот. Прекрасный Леша. Зараза. Такой подлещичек, не знаю, живой он, если не живой, сейчас мы его заберем. Посмотрим. Пока пусть здесь поплавает. Еще кабанище. Вот такой лещик. Блин, сапой зачем-то забрал. Ну ладно. Так, что тут еще есть? Небольшой подлещик.
И вот такой еще один. Все, поплыл. Получается, две рыбины не выживет. Вот не выживет. Все. Вот такой сегодня улов. Эта рыбалка закончена. Поймано несколько хороших лещей, несколько подлещиков. Много мелочи, которые сразу же отпускалось. По рыбалке лещ ловится очень плохо. В августе он всегда здесь так ловится плохо. Но поймать его можно. Для этого нужно сидеть. Сидеть, сидеть и кормить. Подходы раз в день, два в день. Ну, три, может быть, раз он подойдет. За это время можно поймать одну, две штуки. Повезет, можно несколько. Такая ловля. Ловиться он начнет в сентябре, как вода похолодает. Ловиться будет хорошо. И до ноября месяца, до ледостава почти. Да не почти, а до ледостава, наверное, и будет ловиться. Хуже, лучше, но в сентябре он будет хорошо ловиться. Все, эта рыбалка закончена. Что еще сказать? Поймать, как видите, можно. Нужно очень долго сидеть. Все, это канал Рыбалка Лайф, 47-й регион. Всего вам доброго, не хвастаньте шеи.